Добрый вечер, дорогие друзья. Санкт-Петербургский государственный технический университет и телекомпания «Золотой телец» продолжают цикл программ «Встречи в политехническом». Сегодня наши гости, безусловно, хорошо вам знакомые, Олег Митяев и Леонид Марголин. Добрый вечер. Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей. Но это редкий поворот, а может, и нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть в нас будничная хмарь не утомит желание жить, но праздниками календарь уже не трогает души. По-новому, по-новому торопит кто-то жить, но все ж, дай бог, по-старому нам чем-то дорожить. Бегут колеса по степи, отстукивая степ. Гляди в окошко, не гляди, а все едино степь. Гляди в окошко, не гляди, ты только мне не говори про невезенье всякий вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет. Ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет. Сквозь вечер выкрашены в темно-синюю пастель, несет плацкартную постель вагон, как колыбель сиреневый. Струится дым с плывущих мимо крыш. Давай с тобой поговорим, да ты, приятель, спишь. Олег, вы у нас не в первый раз в этом зале, и встречаетесь с этой аудиторией. Что изменилось с тех пор, когда мы виделись последний раз в вашей жизни? Слава Богу, немного. Потому что мы сейчас так все стремительно меняется, что когда что-то остается, всегда как-то радостно. И по-новому, по-новому. Но все ж, дай Бог, по-старому. Для меня достижение, что, как сказала Висбор, и слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имеем, уже не украдут. Спасибо. Утешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымытый, и в стылом поле дремлют озими. И
огоньки по краю вышиты, и ночь приходит в тишине, немучительная, не запойная, а спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная, и ничем мне не может помочь. И долгожданная бессонница для размышлений и признания к столу над лампочкой склонится и будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится и для меня откроет знания. На утро выбили все здания, в права вступившая зима. Немучительная, не запойная, а спокойная зимняя ночь. Бьется птица в груди беспокойная, и ничем мне не может помочь. Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме. Как будто падаешь с обрыва ты на первый лед на нашем озере, и черный след тобой выбитый пугает птицу в вышине. От простого предательства заскользит в рапите снег вдоль сутулиных берез, и не каждый человек сразу скажет, что стряслось. Просто в свой трамвай не сел, просто некуда спешить, просто ты промок совсем, просто надо как-то жить. Крепко взять за пиджак себя, прогулять по окрестности и на поезд купить билет до заброшенной местности и проплыть в прострации дня четыре или пять, и на тихой станции выйти и пойти гулять, пить таблетки тишины в залежах безмолвия, и ни друга, ни жены, и скромные условия, или выйти пораньше взять в ларьке в Переделкино литр водки и выпить весь, и народное дать кино, влезть по лестнице на дом и песни петь в истерике и кричать, что мы живем лучше, чем в Америке. Встретить местных пацанов и Бродского читать для них, и проснуться без часов заморозких утренних.
нашем травнике никакого издательства не найдете рецепта вы от простого предательства. Следующая песня называется «Приезд Тютчева до революции в Берлин для прочтения своей новой книги». С другой стороны, может быть, песня и не об этом. Цвело узорами стекло в огне темно-сиреневом. Тепло, молчание текло, как свет зрачка оленьего. И лес баюкала зима, и снегом заносимая была невыносимою. Печаль в стекляшках рек, как будто целый век шел снег. Мальчик видел странный сон о жизни неизведанной. Церквей берлинских тихий звон и чай послеобеденный. И века прошлого конец, и в освещенном здании все дышит ожиданием. И скоро Рождество, и ждут только его. Дым печной, там хандрой, а не детством пахнет. Сон течет, полночь бьет, век вот-вот пройдет. И вот на Розенхаймер 5 остановились лошади. И пар над ними стал витать и уплывал по площади. И над прохожими людьми, и дальше по Германии, в своем непонимании значение границ для некоторых лиц и птиц. Дым печной, там хандрой, а не детством пахнет. Сон течет, полночь бьет, век вот-вот пройдет. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения людей, сидящих за столом, и новой книги чтение. И неуклюжий перевод профессора словесности о вологодской местности, о лесе и пеньке, о северной реке, оке. Дым печной, там хандрой, а не детством пахнет. Сон течет, полночь бьет, век вот-вот пройдет. Когда мы приехали в Израиль, вот за эти, кстати, 2 года, да, пока мы с вами не виделись, впервые я приехал, и в аэропорту сразу подошли ко мне люди и говорят: «Вы Олег Митяев, мы вашу песню, когда собираемся возле синагоги, всегда хором поем». Мы перевели на иврит, и эта песня наиболее полно отражает идею еврейского народа собраться на обетованной земле. Эта песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Было очень приятно. Вот, мы обязательно эту песню споем, но попозже. А сейчас хотел бы я спеть несколько песен из альбома «Крепитесь, люди, скоро лето». Mm-hmm.
казалось бы, проще простого перестать, ожидая листать подвернувшийся томик Толстого, и залечь, отсыпаться и спать, и не видеть во сне никакого и намека на чай по утрам. Оказалось бы, проще простого никогда не встретиться нам, никогда, никогда, никогда. Оказалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда и увидеть обычное слово и промолвить его без труда, и держаться при встречах лишь строго или холодно и высоко. Оказалось бы, проще простого, повстречавшись, расстаться легко. Оказалось бы, проще простого охладиться за год или два и уже принимать как чужого, и не помнить из песен слова, и не плакать, беря до Ростова на ближайшие сутки билет. Оказалось бы, проще простого позабыть все с течением лет. Тут очень много записок пришло с вопросом, какое у вас отчество? У артистов нет отчества. Ага, в таком случае читаю следующую записку. Олег Григорьевич, скажите, пожалуйста, почему во второй части проекта «Песни нашего века» вы не участвовали? И что в профессиональном ли, в личностном ли плане вам дало участие в первой его части? Спасибо. Нам всем, участникам этого проекта, очень многое дало это общение, потому что какой-то был такой всплеск, когда Иващенко, Васильев, Мещуки, Берковский, Никитин, Чебоксарова, Тарасов, Хомчик, вот таким хором мы собирались и репетировали на фирме «Мелодия» вот эти песни и записывали их. И там иногда по улице проходили какие-то люди, слышали очень знакомые песни, заходили, и там особенно любители авторской песни, было наблюдать за ними, когда они: «А, Никитин! Иващенко, Васильев». Это было, собрать этих людей было очень сложно, потому что у каждого свои концерты, свои проекты, поездки. Вот. И, конечно, это был мужественный шаг, потому что мы потом выступали в Израиле, в Америке. Это были такие длительные турне, несколько недельные. Вот. Но, в конце концов, хочется уступить место молодым. И состав вот этого проекта будет меняться, но диски, я надеюсь, будут продолжать выходить, потому что песен Акуджавы, Визбора, Городницкого, Клячкина, Кукина, Долиной, Суханова, Сергеева еще очень много. И даже известных песен очень много. Поэтому я думаю, что этот проект будет жить. Жалко, знаете, вот это было название такое громкое, «Песни нашего века», и надо было как-то уравновесить каким-то слоганом, таким девизом. И с самого начала предложили такой: «Запой с утра». Его не приняли. Жаль. Да, жаль. Мы ездили в Норильск для того, чтобы снять клип на песню «Крепитесь, люди, скоро лето». В Москве снега не было, поэтому мы прилетели в Норильск и потом на вертолете полетели дальше туда еще, где местные жители, Долганя. И, значит, среди вот тыльгынов этих мы сделали какие-то съемки. И потом, через год, когда снова приехали, привезли компакт-диск. И там одна семья вместе вот с детьми с нами запечатлена. И мы говорим: а где вот эти-то вот? Они говорят: а, Ямкины. Ямкины, они сейчас в тундру ушли. И мы им оставили вот этот компакт-диск. Я не знаю, есть ли у них там вот в Яранге компакт-проигрыватель, но я думаю, что им
будет приятно. И вы знаете, вот говорят, север такой затягивает, говорят, север. И нас мы были 5 дней, чуть нас совсем не затянуло. Я все время думал, почему же так вот люди уезжают с севера, потом снова возвращаются, а холодно так. Вот а там же полярная ночь. И все время такое предновогоднее настроение. Кажется, что вот-вот, вот сейчас скоро уже Новый год. Вот у меня такое чувство возникло, что какое-то радостное. Нам рассказали там анекдот тоже. Один новый русский на Мерседесе заехал в тундру. Мерседес сломался, сотовый телефон не работает, уже все. И он вышел, темнота, никого нет. Он говорит, так я не понял, что теперь типа АУ, что ли? А я хотел, уже раз Леонид уже сел к роялю, хотел бы сейчас спеть несколько песен из нового альбома, который должен выйти. Он будет называться «Не лучшие песни Олега Митяева». Потому что вышел альбом «Лучшие песни», а так обидно, что есть вот такие хорошие, и они мне очень нравятся, но они редко звучат. Поэтому мы их решили объединить в отдельный альбом и выпустить. Слово далеко сорвется с ветки яблока и стукнется легко, как лодка деревянная в причал сырой ночи, а сердце окаянное смолчит. Но вы к окошку подойдете, и окажется, совсем не яблоко катилось по траве, что в этот раз все наяву, и вам не кажется все то, что вы давно придумали себе. Единственный в галактике желанный поздний гость стоит в саду под яблоней, и плащ его, и трость. И снова повторяется тот спор, случайный спор, о чем не помню до сих пор. Но все казалось вам и скучным, и медлительным, и вы сбежали мимо мглы осенних вод. Ах, как свободны были вы, и восхитительны, и очень жаль, что это знали. Ну и вот на лед со стуком падают унылые и робкие листки, как опустевшие от спичек коробки, как бабочки засохшие, бессильные уже предать восторженность душе. Но вы к окошку подойдете, и окажется, что это яблоко катилось по траве. А вам покажется, в который раз покажется все то, что вы давно придумали себе. А вам покажется, в который раз покажется все то, что вы давно придумали себе.
Какую ночь, увы, проспали мы сегодня, и сколько предстоит еще нам потерять ночей. На улицах Москвы так тихо и спокойно, и никого, и только снег кружит у фонарей. Я знаю, что когда-то ты проснешься виновата и тихонько выйдешь погулять, и мы пойдем по Москве под этим снегом. Наряженный бульвар устанет плыть под нами, где стоя спят троллейбусы, как белые слоны. Уснувшие дома окутаются с нами, и никого, и только ночь, и снег, и только мы. Тихонько выйдешь погулять, и мы пойдем по Москве под этим снегом. Это была музыка Сергея Манукяна. Вот несколько записок женским почерком, как правило, написанным. Есть ли у вас дети? Есть. Есть. Уже есть. Ну, собственно говоря, продолжает пусть писать, правда, девушки? Ну, дело в том, что... Только вы не оставляете никаких координат, когда задаете этот вопрос. Это дело в том, что у меня есть вот эта песня для старшей дочери, а дочери нет, сыновья. Вот. И как-то пришла записка: а хотите, я рожу вам дочь, только соглашайтесь быстрее. А потом, почему-то через некоторое время, в другом городе, как бы в продолжение, несмотря на то, что вы не согласились, дочь я вам все-таки родила. Замечательно. А вот, кстати, строить гитару. Тут специальные приборы, кстати, политехники, сидящие в зале, могли бы поинтересоваться, что это такое. Это такой... А, кстати, что это такое, Леонид, пока Олег настраивает? Для людей, не имеющих слуха, такой приборчик, там он показывает, как гитару настроить. Чудесная вещь. Как стиральная доска, и качает грузовик наш, и трясет, из груди никак не выскочит тоска, и обиды по щекам не потечет. Скоро станет на полях темным темно, можно будет огоньки пересчитать, те, что воткнуты, как свечки, в горизонт, словно в церкви, чтоб кого-то отпевать. 12 писем под полой, мое сокровище, я этой памяти хозяин и слуга. 12 месяцев читаю, а чего еще, когда хандра привычна и долга. Слава Богу, что хоть было
И вот так на листочках синей пасты запеклось, что возможно на заснеженных верстах сочинять, что в самом деле не сбылось. Степь закатным серпантином осыпать, добавлять лиловых сумерек на снег до тех пор, пока не стану засыпать, продолжая вспоминать тебя во сне. И ты возникнешь, как ночной звонок меж города. Я помню свет, когда ты в дом вошла. Я был с ног до головы облит тем золотом, да позолота вся со временем сошла. Что глаза мои слезятся на ветру, только дату на борту грузовика я сквозь изморозь никак не разберу. То ли год, когда вернусь издалека, то ли месяц тот, что встречей наградит, то ли день, когда глубокая река бесконечную дорогу преградит. Что школьники в школу не ходят. Мы живем километрах в пяти друг от друга, но уличный транспорт запрудил все на свете пути. И к тебе невозможно добраться, а с небес три дня порошит снежок, как там без меня. Живешь, дружок, ну, конечно же, дело не в том. Снегопад — это в сущности мелочь, до тебя мне добраться пешком. Хоть сейчас пустяковое дело, мы живем километрах в пяти, в тех домах, где и раньше мы жили, и не можем друг к другу прийти. Потому что так сами решили, а с небес три дня порошит снежок, как там без меня. Ты живешь, дружок, вот и снова зажглись фонари, и сиреневый сумрак темнеет, превращаясь в потоки чернил. И в среду для зеленого змея, и, быть может, я смог бы, шутя, все забыть и прожить, что осталось, не жалея, не злясь, не любя. Но, наверное, мне не писалось, с небес три дня порошит снежок, как там без меня. Ты живешь, дружок. Сейчас я попробую спеть песню,
которая совсем недавно написалась. Я могу даже и слова забыть, так что мы ее потом вырежем, если что. Называется она «Царица Непала». Я когда написал, уже посмотрел по карте, где это находится. Фраз. Капли хрустальные, встывшие волова, миндалевидных глаз. Тонкие руки и яшмы тяжелые в каждом твоем кольце. Четки из камня от времени желтые, памятью об отце. Ты увезешь мою ангину с собой, я это все уже заранее знал. Через туманы над тайгой голубой в Непал, в Непал, в Непал. И полутемный незнакомый подъезд, и полусонный опустевший вокзал. Ты все запомнишь в этот зимний отъезд в Непал, в Непал, в Непал. В небе простится все, что отплачется, и лайнера белый крест. Дали приблизит и обозначится контуром Эверест. В легкое платье сизого облака, в теплого неба марь. Ты обернешься и позабудется, что здесь в Москве январь. И к самолету подадутся слоны, и опахалами замашет Тибет. И как царица этой древней страны, ты не позволишь больше плакать себе. И распрямив безукоризненный стан, ты поплывешь с невозмутимым лицом. И все, что было, позабуду я сам. Как сон, как сон, как сон. Зимняя слякоть в огнях Маяковка и сквозь новогодний гам. Я отказался, было неловко, но что бы я делал там? И возле урны весь в серпантине, как снеговик Пьеро. Я размышляю, как же пройти мне, вот уже час в метро. Ты не умеешь целоваться всерьез, ты просыпалась со слезами в ночи. Ты отвечала мне на каждый вопрос. Молчи, молчи, молчи. И полутемный незнакомый подъезд, и полусонный опустевший вокзал. Ты все запомнишь в этот зимний отъезд в Непал, в Непал, в Непал. Связанный тобой, и поеду в Питер поездом стрелой, и на парапете лягу замерев, будто бы окаменевший лев, смотреть на медленно народ, гуляющий сквозь день не тающий. Вот весь мой план. Как джин, немедленно все выполняющий рассеет в воздухе меня туман, чтоб не ожидали где-нибудь меня никакому сроку, никакого дня. Напишу записку, что к восьми приду, но не укажу, в каком году. И вместе с птицами залива в
Ухтинского усядусь в облаке. Я на небе листать страницами восхода мглистого, парить над городом, махать тебе, но не опускаться ниже облаков, чтоб не отвлекаться от недолгих снов про какой-то новый беззаботный стиль жизни повседневной и про штиль полжизни в поезде, полжизни в воздухе, а все, что пишется, все набело. Сказать по совести, нуждаюсь в отдыхе, но нет возможности. Дела, дела. Спасибо вам большое. Нашей встречи, на встрече с Берковским началась, вот неожиданно началась традиция. Началась неожиданно традиция вручать с легкой руки профессора Блинова. Началась традиция вручения нашим гостям значков, вот, которые вот я с гордостью ношу на своем френче. Значок, это значок студента политехнического института, который вручался 100 лет назад. Студенты вот сейчас к столетию сделали вновь, напечатали тираж этих значков, которые я с удовольствием вам тоже сегодня обязательно вручу от имени студентов политехнического, студентов и преподавателей. Я думаю, вы поможете нам спеть сейчас эту песню, потому что мы репетировали ее в разных городах, начиная с октября месяца. И сейчас уже люди заходят в общественный транспорт утром, говорят, а что, пели песню уже? Нет, еще не пели. Тогда запевай. Эта песня «Крепитесь, люди, скоро лето». Скучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Возвращаться пора, как из плена, и гадать, с кем же первым напиться. По разводам метрополитена, по большой разноцветной руке. Там сейчас после Нового года тополя в заграничных гирляндах, и расщедрилась мама природа, так что снег бесконтрольно летит, и крещенские злятся метели, и такая стоит непогода, что гаишники окоченели, и полгорода в пробках стоит, и кто-то пишет рукой согретой на замороженном троллейбусном стекле. Крепитесь, люди, скоро лето, и всем от этого становится теплей. И когда через несколько суток, поборов и пространство, и время, мы проткнем шереметьевский сумрак и опустимся в море огней, я по милой земле прошагаю, потеряв свой последний рассудок, и, конечно, еще прочитаю
эту надпись в сиреневой мгле, что так любезно была прогрета. На замороженном троллейбусном стекле крепитесь, люди, скоро лето. И мне в который раз покажется теплей. И душа словно льдина отчалит в дрейф по старым дворам и по кухням, к тем, с которыми в самом начале мы не ждали, что тронется лед. И на мелкие зайчики солнца разобьются все наши печали, и с добрейшей улыбкой японца круглолицое лето придет, когда на сердце покоя нету, покоя нету, когда оно промозглым днем, когда оно промозглым днем чего-то ждет. Крепитесь, люди, крепитесь, люди, скоро лето, скоро лето, к нам наше лето, к нам наше лето обязательно придет. Когда на сердце, когда на сердце покоя нету, покоя нету, когда оно промозглым днем, когда оно промозглым днем чего-то ждет. Крепитесь, люди, скоро лето, к нам наше лето, к нам наше лето обязательно придет. Дальше слова очень простые. Па-па-па-па-па, па-па-па, па-па-па-па-па, па-па-па, па-па-па-па-па, па-па-па, па-па-па-па-па. Большое вам спасибо за внимание.